Министерство социально-демографической и семейной политики Самарской области проводит встречи с многодетными семьями с целью разъяснения указа президента о мерах поддержки. Очередное мероприятие запланировано на 25 июня. Встреча пройдет в Самарском бизнес-инкубаторе на Главной 3 в 18 часов. Регистрация для участия по телефону 8 846 332 90 54. Будет возможность задать вопросы социальным службам, а также узнать все подробности о действующих мерах социальной поддержки. Сообщает телеграм-канал Департамента опеки, попечительства и соцподдержки Самары. Телеграм-канал Куйбышевского района рассказывает, какие меры принимаются против стихийной торговли. С учетом жаркой погоды в местах, не оборудованных холодильниками, покупать скоропортящиеся продукты, например, мясо и рыбу, нельзя. Сотрудники отдела потребительского рынка и административной комиссии составили 6 протоколов. И такие рейды – ежедневная работа. Продолжается составление протоколов для их рассмотрения в административной комиссии, а затем нарушители наказываются рублем. 22 июня, в день Троицкой родительской субботы, состоятся завершающие в этом году организованные перевозки населения Самары к городским кладбищам. Перевозка на садово-дачные массивы в этот день осуществляться не будет. В пятницу и воскресенье перевозки по штатному расписанию. В Троицкую родительскую субботу с 7 утра до 16:00 будет временно ограничено движение транспорта по нескольким улицам, информирует городской департамент транспорта Самары.